Здравствуйте, с вами Флаттер, Шатт 13, уже проводить жертвоприношение Айзека. Теперь будем играть свежим персонажем Джудас, у которых непонятно сколько сердец, 2 бега и 4 сразу атаки. Ладно, сразу, короче, артефакт Book of Beaver дается. В данном случае артефакт, а книга дьявола, а сердце всего лишь одно. Ладно, попробуем им. Аши. Так, сразу монстры. Камикадзе, блин, плаксы. Ну вот, отлично. Так. Комната проклятая. И что тут? Две пилюли одинаковые. И что же он делает? Спитап. Спитап. Отлично. Так. У меня же одно сердце. И что мне делать? Короче, как-то не альцово начал. Все, ступил еще раз. Не забудь, что у меня одно сердце. Ладно, поражаем. Так, сразу сердце. Так, тут что? Секретная комната. Окей, надеюсь, там нету босса. С одним сердцем неудобно ходить. Блин, это артефакт виселицы. Да. Я давно такой артефакт искал, но не мог найти. Транссенсор. А, вот чем дело. Теперь видите, голова летающая. Ну ладно, пофиг. Главное, что кровь с меня не сыпется. Так. Тут эти плаксы и... эти зомби, на меня напоминающие. Мы с ними быстро справимся. В комнату проклятую не буду заходить, пока у меня одно сердце. Отлично, бомба, второй бомба и еще раз второй бомба. Так, ну что? Сокровищница. Твой огонь. Твое сердце. Что, сокровищницы у нас дадут? Магнит. Окей, у нас уже был. Ой-ой! Да вижу с тобой. Ладно, вот сердце. Они тоже притягиваются, оказывается, красные. Ну ладно. Так, ну пошли. Фэмми. Мы воспользуемся комнатой. Это книга дьявола. Я стал такой на максимум. Так, комнату. Это хорошо. Сейчас мы быстро победим этого умника. Ладно, по мне попал. Да нет, тупой. Да не, все нормально. Серое сердце, да. Ну, в принципе, перед тем, как идти ниже, я возьму там одно сердце, которое там в начале почти. Только у меня половина красного сердца. А там целое сердце. Да, вот оно. Окей. Рискнем? Не, не будем. Ладно. Окей. Чё тут у нас? Так, опять киллер. Второй раз. Так. Эти опять. И улучшен еще один. Злые какие. Очень злые. Надо сначала красного убить. Так, все с красным спрой. Провис и серое сердце даю. Окей, сердце души. Так. Так, ничего сложного. Ключей у нас только нету. Вот это обидно. Ну ладно, поищем. Может они где-то тут есть. Нет, тут камикадзе опять. Наши любимые. Отлично. Окей, внизу что? Красный огонь и пульки мелкие. Может, там нету этого красного огня? Нам дали комната босс. Теперь, видите, могу зачем только мне одно красное сердце. Читай сердце души. Так, артефакт отличный. Бокс, коробка. Воу, зато ключ дал.
пофиг. Давай. Поехали. Ну что, боссик наш любимый. Монстро. Ну вот, две волны сейчас будет босса. Да, артефакт. А второй, ну вот эти червячки. Зато Пинки Пай прилог есть, смотри, как что-то его не заметил. Пиай. Ну то есть розовый глаз по-русски. Отлично. Да куда ты прячешься? Так, две карточки. Такая. И диамонт. И еще вот эта пупырка. Отлично, еще одно красное сердце могу взять теперь. До двух увеличила. Отлично. Окей, тут что-то наверху. Ну тут у нас просто муха с тротилом. Ну, мы ее быстро победим. И все. Хотя может тут быть. Да! Я угадал. Тут очень секретная комната у нас. Зазря. Две трой бомбы. Ну, обидно. Ладно, сначала сокровище возьму, потом идем дальше. Интересно, что же там дадут? Хорошее или плохое? Или не то, и не другое? Жажда крови! Редкий артефакт. Вообще, он должен быть еще заблокирован, но он иногда попадается. Теперь с каждым убитым, у меня все больше и больше урона будет. Только на одну комнату. Это хорошо. Yes. Very much. Так. Факелы. Монеты. Ядовитая муха. Большие пауки. И голова паук. Улю. Паука злая. Не нафиг. Ничего не дало. Пофиг. Зато у нас есть куча монет. Карта. И вот это. Отлично. Окей, в комнату к боссу идем. Босса. А я был в секретной комнате. А, да, я же. Хотя подожди. Не-не-не-не-не. Теперь я вижу все комнаты. Ой, секретную я открыл, а секретную нет. Там босс! Да, там босс. Босс. Не? Три монеты. Ну ладно. Зато в магазине сейчас купим карточку. Интересно, что она даст? Хорошее, плохое, отстой. Ну, рискнем. The Hermit. Комнату... Магазин попадаю. Окей. Так, тут босс у нас... Герцог мух улучшенного типа. Желтого. Который спамит куча мух. Еще таких мух. Крупных. Ну, сейчас увидите. Вот таких. Зеленых и красных. Да, в принципе, легко с таким уроном. Ух, круто. Комната дьявола, куча монет. Даже купим что? Нет! Я забыл в комнату дьявола попасть. А, ладно. Зато мы все купили в магазине, что есть. Еще, может, увидим. Но если нет, то ладно. Так там зажечь сердца все даются. Так, отлично. Секретная комната сразу видна. Так, я тут спрячусь, вы тут не допадете до меня. Удобный этот артефакт, потому что который я могу летать. Наверное, хорошо, что я умер первый раз. Смотрите, как хорошо все идет пока что. Пилюля.
почему я вижу, что она делает? Я там. То есть опускает здоровье. Не-не-не. Мы пойдем в секретную комнату. Опять 3 монеты. Ради 3 монет. Ладно. Окей, мы всю карту видим, посмотрим, что тут. Блин, синий камень. А я потратил уже бомбу. Надеюсь, еще будут бомбы тут. Да, спасибо. Окей, смотрим, что же тут. Ключ. Окей, мне сокровище подают. Так, вы с красным огнем тут появились. Я сначала огонь уничтожим, а потом вас. Теперь вас мочим. А книгу дьявола мы на босса сэкономим. Или на сложные комнаты. Ну, это легкая комната. Они все застряли так в этих яме, блин. Тупые. Да? Тупые. О, какие злые. Пуляют свою кровь, свой из глаз. Окей, с помощью магнита я взял, но у меня и так это было. Так, тут комната босса. Окей, значит, где-то в другом месте у сокровищница. Посмотрим вот там наверху. Так, это не буду брать. Нафиг. Тут что? Тут жертвенная комната. Окей, значит, тут внизу где-то сокровищница. А, вот она где. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки попали. Мухи. Жирные. Очень жирные красные мухи. Ну, давайте уничтожим этих. Крупные атакующие мухи. Но не жирные, а крупные. Тут что? Пилю я. Что же она делает? Спитап! Отлично! Теперь я еще быстрее летаю. Окей, что же тут? Вирус. Ну, в принципе, норм. Тут отнимет не урон. Получит по сослугам. Так, тут синий камень. Окей, тут все в камнях. Хотя уничтожим этих рождателей мух. Теперь сами пауки. И камень заодно. Одно синее сердце души. Тут магазин, но мы не будем пока идти туда. Тут у нас зеленые херни. О, блин, посмотрите, они меня окружили. Ау. Злые какие. Ну, конечно, будут сняться, когда их пытаются убить. Интересно, что на них яд даже действует. Так, тут. Не-не-не-не. Пофиг. Сокращать путь тоже не буду. Недорогие мои бомбы. Идем к боссу. А, у нас же жажда крови еще, да? Или нет? Да, жажда крови, поэтому у меня урон и больше на врагов. С каждым убитым, я забыл что-то даже про него. Ну ладно, что тут у нас босс? Это хак. Улучшен версок мух на голове. Обычного типа причем. Окей. Мы с ним тоже быстро справимся, заодно карточку потратим. Ну не карточку, а книгу дьявола. Ну раз так, это жажда крови. Ха-ха-ха. О, как приятно. Круто. Вот опять комната дьявола и... Да, и плетку, которую видите у нас... Что? Не понял, что? Ладно. Окей. Есть 2 хороших артефакта. Один, с помощью которого могу летать, но я и так летаю. А другой, увеличивающий урон на 2. Не, пофиг. Мне и так урон куча. За счет красных сердец, блин. Так. Прыщи на подобие. Пускать или, блин, спор своих зеленых. Да? Так. Окей, тут что? Куча бомб. Ладно. Ну-ка, я летаю, еще магнит есть. Тут что, монета? Окей. Тут у нас. Спид-ап. И голубая, которая непонятно, что делает.
Бэттрап. Окей, она отняла мне половину сердца. И тут уже босс. Не. Посмотри, что тут. Автомат. Потратим. Что она делает? Head up. Отлично. Еще больше здоровья. Давай. Спасибо. Муха. Сердце. Ну как раз три полных сердца, половина сердца, это пофиг. Ну пока. Может что-то еще ты дашь? Монеты. Ну и бомбу. Вернул. Окей. Ищем сокровищницу. Где же она может быть тут? Интересно. Тут, наверное. Нет, вот этот жопа. Жопники, точнее, пуляющие свои херни. Этот пинкап вообще удобно. Интересно, что они вроде рядом тоже стреляют ледовитыми этими спорами. Но мой пинкай тоже отнимает жизни. Так, тут эти мухи опять. Ну не опять, а уже были, конечно. Все синие сердца отняли. Ну ладно, у меня и так красная куча. Ну, три штуки, как у обычного аниме сейчас. Ой! Смотрите, блин, одновременно стрельну. Смотрите, какие тролли. Отняли мне половину красного сердца. Все, да? Отлично. Тут может быть, вероятно... Вот они где, кажется, на концах таких комнат одиночных. Окей. Хорошая штука теперь. Гаппи Дейз. Хвост Гаппи. Только его и так не видно, блин, так у меня башка летает. Но он что делает, я не помню. Хотя... Сейчас убьем, где будет игровая комната. Но она пока не нужна. Тут этот... Магазин, давайте посмотрим, что делает этот Гаппи. А-а-а. Понятно. Ну ладно. В игровую комнату мы пойдем, пойдем туда вниз, там сокровищница. Где-то. Красные пауки. Целое красное сердце уже отняли. Уроды. О, какие злые. Да тут попасть даже нельзя по ним. Такие быстрые. Паучки. А, вот сокровища где. Охраняющие, блин, такими царствами, блин. Этих уродов. Большая охрана. Ну, такая уж. С этим летающим хреном мне легко. Ай-яй-яй. Чуть не попал, смотри-ка. Половина сердца и посмотрим. Отличная штука. Она позволяет видеть насквозь все. Знаете что? Короче, все секретные комнаты и очень секретные комнаты. Я теперь буду видеть насквозь, и не надо взрывать бомбы вообще. Удобно. То есть теперь не надо тратить бомбы на секретные комнаты. Они всегда будут открыты. С помощью моих ультра-очков. 3D очков. Туда не могу попасть, мне надо одно сердце иметь красное, но пофиг. Идем к боссу. Мы можем закрыть теперь путь вот так удобно. Отлично. Пустый, ой. Потратим. Но быстрее его убить. Та-т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 а
Такие тупые. Окей. Восстановим здоровье и Magic Voice Bow. Дал карту нам. Магикан и магазин. Не, магазин лучше. Давайте посмотрим, что же делает этот шар, а то я забываю. Ага, просто дают одну карту Тару при взятии. Окей.
Продолжаем. Окей, секрет на ком-то там. А тут эти пупырки. Пупырочные, блин, турей. Пупырками стрелять своими. Пупырночные. Отлично, хитрил. Давай. Молодец. Ключ и две монеты. Как раз две сокровищницы. О, блин! Я торчу как, блин, давно уже разблокировал, но ни разу не попадался, как и тот. И что же он делает? Я уже забыл. Перед тем, как возьму, хочу посмотреть Вики. Вики, где у нас? А, увидите, скорость не один, только уменьшает на один скорость. Ну ладно. А, да, я теперь супер мидбой, как бы. Отлично. Такая голова, блин. Круто. Так, что же у нас тут? Мой маленький единорог. Вместо этого. Отлично. Мой твой уникор. Так. Скорость идет, зато быстрее. Круто. То есть, когда эти ключ? Ладно, пофиг. Ой-ой-ой, сердца, сердца злые. Сердца страха. Не маски страха. Да они такие тупые. Лучше этого не говорить. Они хорошие няшки. Няшки. Ну какие няшки летают тут. Такие няшечки, да? Сердца. И масочки. Зато он тебя меня не трогает. Вот, отлично. Окей, что же тут наверху? Вот тут опять золотой сундук. Да вы меня издеваетесь. Опять они. Боже мой, что тут за день такой? Еще этот прыгучий придурок. Иди нафиг. А сердцами я сам разберусь. А, гуляют еще своими кривыми хренями. Ау. Круто, от сердца я урон получил. Иди нафиг, маска. Да что за косое? Сердцами бесят. Ты умрешь или нет? Наконец-то. И ключ, который хотел. Давайте посмотрим наверху, кстати, а потом вернем. А, тут босс. Окей. Интересно, где же здесь очень секретная комната спряталась? Ну, сейчас мы ее найдем. Все уровни протаскиваем тут. Сдохни. Идем вниз. В комнату испытаний. Посмотрим, что в сундуке дадут. Но этот, если будет еще ключ, посмотрим. Смотри-ка. Не пускает, но вот так пустит. Круто. Окей. Тут еще один ключ. Монеты, бомбы и эти, теперь эти хрени. Малышки. Давай, сдохни, блин. Быстренько сейчас убьем. Следующую волну также простых попрыгунчиков первого уровня, а не второго или третьего, какие-то там бывают. И эти нелюбимые наши. Я теперь так только помню, чтобы он за мной не летал. Он чуть-чуть ускоряется, когда меня видит. Вот так можно мочить его спокойно. Еще один сундук. Куча монет. И что же мы сделаем? Кнопочка. Конечно, это. И ключ. Теперь у меня будет быстрее всего восстанавливаться. Все активируем артефакты. За два урона сразу полностью восстановленный.
Не-не-не-не. Мисс Пупырки. Пупырничатая королевство. Уроды. Так хотят меня в пупырку превратить. Сами пупырничают. И я должен еще пупыркой, да, быть? Не нафиг. Ты сам пупырка будешь. Не-не-не. Лучше ядовитый глаз, чем эта карточка. А, вот и очень секретная комната. Оу, нафиг. Чё тут? Круто! Head up! Head up! А вы, блин, уроды. Пупырничатые, блин, уроды. Сколько пупырок, посмотрите. Всё тут расстреляю, что только можно. Сдохни же или нет? Ты стреляешь, тот стреляет, везде стреляет, все стреляют. Остался ты, все. Блин, здоровья мало. Тут что? Окей, тут мини-босс. Ну, если с ним и вы с ним справимся. Теперь с его головой. С мини-головой. Очень мини-головой. Синяя даже голова теперь, синяя мини-голова. Ух. Кружить меня пытаются. Но их нет, а не получится. Не помню, то синее дело, вроде урон повышен. А так все то же самое. Да и они легкие какие-то. Спасибо. Брелок. Нет, стой. Ну вообще хорошо, при смерти друг поможет, но. Не. Так, что тут у нас? Турея. Спасибо. Нафиг. Отлично, пока мне не может стрелять. Намочить этих уродов лучше. Турея. Молодцы. Сюда стреляй. Молодец. Сюда стреляй. Да не сюда, вот на этого. О, молодец. Отлично, поставить только эти личинки. Молодцы. Помогли. И спасибо за сердце. Половинку хотя бы. Попрошайка. Надеюсь, он даст хоть что-то. Карточка. И артефакт хот-дог. Еще больше жизни. 70 контейнеров. И за Империю, который сразу боссу телепортирует. Ладно. Теперь осталось пройти эту комнату, которую... Тут демонический попрошайка. Ну ладно. Не, мы не будем ничего тратить. А здоровье, ой, и монеты потратим на это. И бомба. И трое бомбы я выиграл. Круто. Теперь босс. Если что, у меня есть артефакт Space. О, у нас всадник. Апокалипсиса. Война. Которая ставит... Ой, бомбы! А они у меня притягиваются все. Только у меня артефакт такой. О! Слой какой, смотрите. Ну, плюс он не такой уж сложный, если будем обращаться по-доброму. Ай-яй-яй! Больно. О, отлично, теперь вторая фаза. Он будет за мной бежать кучу раз. Молодец. Сейчас мы быстренько его победим. Хоть он быстро бегает, но мы умеем же убегать от таких уродов. Интересно, что-то сундук делает. Куб мяник, зато улучшенный теперь второй формы. Что тут везет? Теперь еще Стивен появился. Круто. Хотя почему-то он куда-то делся. Да пофиг, пошли ниже. Чё же у нас тут ниже? А, вот секретная комната, давайте попробуем сразу к ней попадем. Блин, опять эти куча пупырок. Целая вселенная пупырок. Пупырок читает кладоец, а тут очень секретная комната спрятана.
Что же тут? Вместе с секретной комнатой. Круто. Ну, возьмем одну штуку с тобой. Круто. Да тут, блин, все связано между собой. Смотрите, сколько проходов. Где я нахожусь вообще? И сокровищницей. Без ключа попал. Да тут вообще, смотрите, как круто сгенерировалось все. На халяву все взял. Ну, теперь с охранниками деремся проходов. Отлично. Дайте ключик, не? Серое сердце. Ну и ладно. А вот тут и босс уже финальный. В некропоясе. Ну идем. Я думаю, туда. С маной. Обычный чип, причем. Ну и ладно. Главное не умереть от нее, тут будет обидно. Надо быстренько ее победить. Убив всех ее суженых. Суженые. Суженые мамочки. Да? Смотри, бойся меня. Суженые. Вы все должны подчиниться мне. Вы же суженые. Херню болтаю. Ну, ты не опасный. С тобой уже мама разборолась, которая тебя и породила. Еще ледовитый урон дал. Да мне эту хрень даже можно не тратить. А потом оставлю. Так, с тобой надо быстренько разобраться. Молодца. С таким уроном. Крутым на 7 единиц теперь. Смотрите, какой урон. Благодаря жажду крови. Ебанутый урон просто. Ау. Ну и что, блин, попал по чуть-чуть. И что? Прощай. Круто. Ну, я не знаю, братья, давайте возьмем и супер мясо. Еще здоровья больше, и еще урона, наверное, один больше. Круто. Это глаз. А вдруг я убью главного Айзека? Ну ладно, давайте пойдем. Так, Утеро. 3, 4, 5, 6. Посмотрите, все время 7. Это шутка? Давайте не будем убивать никого. Да, у меня теперь всегда 7. Все, у меня максимальный урон. Еще жажда крови увеличивает урон по чуть-чуть. Больше максимального. Сердцами быстренько разберемся. Хоть это уже и матка, где одни нужны. Целое сердце, так это не трогаем. Тут что? Кроты. Это враги так называются. Которых мы быстренько победим. Очень быстро. О, блин, посмотрите, посмотрите, какие комбинации делают. Хотят меня обхитрить. Врасплох попасть, но не. Монету зато дарим. И хорошо. Тут секретная комната. Зеленые эти уроды. Все. Пойдем в секретную комнату. Вдруг там босс? Да, там улучшенный супер гриф. Но мы сделаем так. Ау. Хоть и попал один раз, но у него матрика мало. Как раз на него и потратили монету уникор. Но он жесткий. Все, оставьте эти головы. Значит, сколько ключей. Ой, монет. Еще пятачок. Пятак один. Все. Бат-грипп, видите? Не, тушки. Я теперь знаю, что надо делать, так что мне это не надо. Наверху что? Мозги и паук большой, крупный. Вообще, нафиг? Я могу наступать на эту кровь. Ну-ка, я летаю же, у меня голова же. Отлично, вообще все отлично сгенерировано. Только золотые сундуки бесит. Ну, у меня артефакт же этот хвост, время золотые сундуки будут попадаться, или красные. Да. Ой-ой-ой. Я случайно активирую карту, пора сразу к дому Тератома. Это редкий босс. Это та же фистула, та самая, которая разделяется, только она теперь муха теперь разделяет вот на 3 куска таких. Из них 2 таких малких здесь.
и пауки падают, Ми-2. Ну это легкий босс на самом деле. Хоть оно и в утробе тут попадается очень редко. С 5% вероятностью. Я его второй раз убиваю за все время. Второй раз, представьте. Ну и какой тупой. Ну не тупой, но... На самом деле так и есть, он легкий очень. Спасибо за то, что развлек меня. Идем ниже. Тут больше нечего делать. А очень секретную комнату, пофиг. Еще секретная комната, еще босс. Не? Так как мне везет. Значит, за артефакт. Мне уже вроде попадался уже. Плюс один. Плюс одна жизнь. Лайф 2 теперь. Если я умру, то я восстановлюсь. Если что. Давайте посмотрим, что внизу сначала. Так, тут одни комнаты. С монстрами. Будьте монстров. Больших и худых. Зато тут одни прыщи. Наши любимые. В принципе, они легкие враги. В утробе. Я уже привык ко всем. А что внизу у нас? Тут мини-боссы, слоты. Молодцы, спасибо, то поломали. Камни. То, что и надо. Да, потратим артефакт. Круто. Он и так мне восстановится, пока я всех побежду. Блин, ключей вообще нет. Круто. Плюс 2. Сердце души. Этот карточка дает. Верховный жрец. Так, тут у нас кишки гигантские. Пауки крупные. Ну еще мелкие с них падают. Когда умирали большие. Ну, кишки легкие. И бомба. Отлично вообще такие комбинации артефактов. Не-не-не-не, не буду тратить на те. Оху. Джасты. Два джаста, которые за мной бегают. Ну, в принципе, они легкие. Они только бегают за мной и все. Плюс у меня еще камни тут есть, но я и так могу обхитрить их. Плохая пилюля. Я больше не буду пользоваться. Надеюсь, не нажму случайно кнопку Q, а то будет обидно. Так она целое сердце идет одним-то, не половина. Так это уже утроба. Где же очень секретная комната спряталась? Мы ее найдем. Мы пойдем к Айдеку. К церкви, если убьем сердце мамы. Вы не должны убить. Главное, чтобы места хватило. Сдохни. Сдохни. Ключ. А наверху что? Окей, тут. Улучшенный тип. Ладно. Ты сама напросилась, ты мне целое сердце от него. Тупая гора. Улучшенного. Кишки. Тупые. И ты тоже. То же самое, что и артефакт мне сделал, голову, видишь, отрывает. Но у меня и так оно и сделано, так что пофиг мне. Ну, возьмем с собой просто. Так, спасибо. Убиваешь моих же врагов. Своими пупырничатыми зелеными шариками. Пупырка, блин. Пупырки свергает, да? Смотрите, какие пупырочники. Тут у нас мухи. Это опять целое сердце от ней. Да пофиг. Я бессмертный. У меня до хера жизни. А ты, блин, улучшенная хрень. Ничего со мной не сделаешь. Это потратим. Это возьмем. Что же тут? Просто комната с врагами. И помимо кротов у нас тут пиявки. Летающие. И одна улучшенная такая зеленая. Крупная такая и зеленая. А мы ее быстро убили. И тебя тоже. Так, посмотрим, сколько места. Не, место пока еще нормальное. Но уже кончается. Так, где же босс находится? Я думал, он наверху, но давайте посмотрим, что внизу. Там, наверное, просто комнаты. А, тут очень секретная комната. Вот она где спряталась. Молодцы, спасибо за поломание камней. Тут еще игровая комната. Давайте посмотрим, что тут сначала.
В этот раз у нас тут автомат. Предсказывание, предсказывай. Понял. Спасибо. И в игровую давайте выиграем что-нибудь. Круто! Опять этот же автомат, пофиг. Выиграл. Все сердца выиграл. Еще сердец. Не, не надо. Еще выиграл. Не, это отстой. Брюк я не дает. Да блин, мне этот нужен, полироид. А давайте, знаешь, что сделаем? У нас два красных сердца, давайте потратим на этот автомат. Явные монеты. Окей, взорвался. Что? Монеты выиграли. Давайте взорвем его. Что, блин? Чтобы он не мучился. Прощай. Прощай. Спасибо. Спасибо. Теперь идем к боссу. Не думал, что я тебя возьму. Золотой сундук. Отстойный артефакт. Не буду брать. Ну, это же хороший присыл, но не, не особо. Тут у нас эти малышки и опять этот кишка. Кишка танка меня убить, да? А как кишка танка? И ты, малышка, тоже мала кишка. Зато бомбу взял. Маски. О, смотри, смотри, что. Как она увидела, что я тут? Сквозь камни видит. Интересно. Ну, одну мы уже уничтожили, остались кроты. И вот дурацкое сердце маски. Ну вот, теперь остались они кроты. В сундуке дали. Брелок. И этот лучше. Не-не-не. Да. Да, детка. Маски. Маленькие. И дубликат. А мы можем так убить. С таким уроном. Не-не, нужно мне трой бомбу. Улучшенный глаз, который попадается только в этой... преисподней, да. И мозги. Еще в сундуке. Еще монеты и бомба. Опять. Да пофиг, тратить за сколько угодно. Мне пофиг. Мозги, блин. Точнее, не мозги, а кишки, блин. Путаю мозги с кишками. На кого-нибудь одинаковые атаки. Только когда мелкие становятся другие. Ну, привет, сердце мамы. Мы тебя убьем. Сначала разберемся с глазами. Точнее, оно живое, это не сердце. Ну, сердце только порождающий боссов. Давай. Ты нам теперь пиявки, да, приготовила? Пиявочки. Пиявки, пиявки, пиявки. Давайте так сделаем. Отлично. Босса нам, монстра дало. Ау. Немного отнял все жизни, но пофиг. Теперь кого ты вызовешь?